Всем большой привет, с вами я, Кристина Лей, вы на канале Horror Game, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием «Семейное проклятие». Так, ключ от заднего двора, это получается у нас вот та дверка, я думаю, это выход, а это еще в более задний двор вход, это капец. Блин, даже боюсь представить, что там может быть. Странно, что ключи автоматически не применяются, это прям... Еще один дом? Точно такой же дом? Что происходит? У них два дома на участке? Офигеть! Вот это они богачи, ёпта! И опять куча замков у нас с вами. Не дают нам с вами передохнуть, да? И передохнуть. У нас есть с вами подъем наверх. Так, сейчас, секунду. Да, блядь, я не вот в текстурах застревать в этой игре, это прям самое любимое. Там у нас получается снова подвал, который не считается подвалом. Ну, я вот обойду, чтобы на всякий случай точно ничего не пропустить, да. По-видимому, это какой-то домик, у нас тут с вами пиктограмма. Пентаграмма, как и правильно говорить. Пентаграмма, скорее всего. Это домик, скорее всего, какой-то прислуги, вот помощница, которая, соответственно, первая была съедена нашей с дочерью. Ой, дочерью, нашей сестрой, да. И там будет сейчас очень все интересно, скромно и, возможно, очень интересно, скромно и возможно. Что? О ком я говорила только что? Там сейчас будет секта, блин. Там будут сейчас кровавые бараньи рожки и... Сатана прям будет сидеть на диване в этом, в интимном белье, и ждать, чтобы нас с вами по полной. Так, ну домик, я бы сказала, темноват, немножко темноват. Спиритическая доска у нас здесь с вами, руны, пентаграмма. Почему-то здесь костер горит, я не пон. Шкатулка такая же. Оу май гад. А это у нас с вами, по всей видимости, священник. Мы отправились с отцом Лили в дом мисс Доусон. И это было большой ошибкой. Все свои ритуалы она проводила в астральном мире. Переступив порог этого дома, мы оказались в другой реальности. Теперь мы пленники этого дома. Пизда нам. Мне удалось выяснить, что у каждого демона есть свое пристанище в потустороннем мире. Если мы найдем пристанище этого демона, то мы сможем отыскать душу Лили. Чтобы прервать ритуал, нам понадобится выкрасть у ведьмы оккультную книгу и ритуальный нож, с помощью которых она породила это зло. И уничтожить рукопись, проткнув ее ножом прямо в чертогах демона, где спрятана душа Лили. Да поможет нам Господь. Ага, давайте посмотрим еще раз. Это мы сейчас находимся где-то здесь поблизости. И это у нас с вами, соответственно, ритуальная какая-то херня. Угу. Ну, определились хотя бы по месту расположения. Ну, то, что огонь горит, конечно, это прикольно. В плане того, что схуяли он горит. Ну, видимо, надо наверх, да? Там же нету ничего больше. Смотрите, сразу не закрылось, офигеть. Нужно открыть его. Угу. Очень, на самом деле, много загадок. Я не понимаю, как эту игру можно очень быстро пройти, поэтому, скорее всего, вообще будет три части, наверное. Очень плохо, что будет три части, потому что я планировала начать в следующем... Сколько? Получается, следующего месяца, да. Вторую часть Home Sweet Home. Какой-то ключик от сарая. Ой. Кукловуду.
Вы не работаете без человеческих рук. Что же вы делаете-то? Получается символ. Смотрите на фотографии. У нас символ перевернутый. А, это антихрист. Блять. Подозрительная стена, да? Как будто она выдвигается. На 12 все время показывают, стоит. Ключ от подвала, да, взяли? Или от чердака? То, что пока мы внизу ничего не видели, мы видели только вверху. Так. Не понимаю. Ну тут вроде ничего не юзабельно. Очень странно. Подождите, а где мы должны найти были ритуальную-то эту хрень? А, там где символы. Ого. Кассета у нас с вами здесь. А проигрывать-то ее где можно? Можно скинуться? Ой, можно было скинуться. Я извиняюсь, я не планировала. Так, здесь у нас с вами мы были, да? Кукла съебалась. А, ну вот, соответственно, и проиграть можно. Отлично. Кукла съебаса. Возможно, здесь будут символы, и, скорее всего, их нужно записать. А, был символ. Записала, ребята, символы. Символы я записала, я молодец. Я, правда, криво их записала, и у меня здесь не было возможности найти быстрое, чистое место. Я записала на том, что я уже раньше записывала. Бля, это, конечно, плохо. Надеюсь, сейчас разберусь. Там, в конце концов, по-моему, можно пересмотреть это видео. А мы сейчас, получается, будем открывать двери, из которой будет этот выходить монстр? А мы что, совсем ёбнутые? Подождите, а где у нас дверь? Я не поняла, тут же дверь была, разве нет? Ну нет, мы выходим, нас выпускают. А где была эта дверь? Я ничего не понимаю тогда. Это очень странно. Не, ну подождите, нам сказали, что как только вы пересекете дом мисс Доусон, вот этой дурацкой, то вы попадете в другое измерение, демоническое, и вас оттуда не отпустят. Соответственно, нас не должно было выпустить из дома, но почему-то что-то пошло не так. Мы какой-то ключик же, да, нашли? Это не от него ключик? О, от него, смотрите-ка. Но я вообще-то планировала пойти символы ввести и зайти обратно в дом планировала. Я почему-то шевелиться не могу. Да что ж такое-то? Да, блядь, игра забаговала нахуй. Что ж такое? Ребят, попытка номер два. Что-то забаговалось. Я не поняла, что произошло. Давайте подальше, наверное, это будем делать. Это прям... Ах, хер нам подальше. Будет прикольно сейчас, если нас будет баговать постоянно. Мы так с вами ни хера не пройдем же. И все. Так, ребят. Получается, там багует. Поэтому мы с вами идем обратно искать комнату, соответственно, с рунами, с символами. Я ее, конечно, найти что-то не могу. Вот она была справа, по-моему. А, ну вот просто мы с вами этаж перепутали. Окей. А у нас здесь с вами 4 символа, а я увидела только 3. Это очень херово. Так, у нас, получается, последний правильно стоит. Должен стоять вот этот. Здесь должен стоять вот этот символ.
А здесь какой-то, по всей видимости, из них. Ага, все, я просто пропустила совсем первый. Главное, чтобы больше не баговало. Я вот очень сильно надеюсь, что сейчас мы здесь с вами сделаем, и там внизу перестанет баговать. Возможно, просто игра не рассчитана на то, что мы выйдем из дома, и нам же сказали, что нельзя выходить, и пойдем куда-либо еще. Правда, зачем тогда нам ключ давали прям сразу, я не понимаю этого. Очень так атмосферно, я бы сказала. Очень атмосферно. Ножулька тут. Тот демон был жирный. Предупреждаю вас сразу. Цепи мешают мне попасть в эту комнату. Поэтому, ребят, если он сейчас появится, пожалуйста, не обсирайтесь очень сильно. Вы мне еще нужны. Но всегда нужны. Блин, надеюсь, убегать не придется ни от кого, потому что я вообще бегать в неизведанных локациях просто это просто кошмар. Вниз можно спуститься. Фу, блядь, я думала, рука чья-то. Блядь, он идет реально, ребята, сука! Пиздец. Фу, дверь закрылась. Бля, я думал, он нас наебывает, а он реально шел. Фу, какая дверь красивей. Быстрая, блядь, телепортация, нахуй. Пиздец. Ну, давайте пойдем туда, там покрасивше будет. Пиздец, жердяй, ты чё нахуй? В тотеме чего-то не хватает. Наши костяшки, окрашенные в розовый, не хватает, я пока что не знаю. Так, хорошо, нас телепортировали, надеюсь, эта хуйня сейчас не вы... Бля, пиздец, а чё, нас бы убило, получается, если бы мы не убежали? Чё-то за столсняк у нас тоже, ну тут это как бы есть. О, вот, привет, пиздюк. Возможно, наша сестра, кстати, в этом чуваке. Так, у нас здесь можно повернуть, мы теперь знаем. Вот дом. Вот, теперь нам говорят зайти вот за туда. И, возможно, блин, не будет виснуть. Но, блин, если будет виснуть, да, без блинов тут никак не обойтись, то это будет очень прям обидно. Ты у нас, что ли, ритуальная штука последняя? Блять, столько отверстий, никаких ключей. Вообще жесть какая-то. Как эту игру люди проходят за 2 часа максимум? Не знаю, мне здесь, мне кажется, нужно прям пару суток так стабильненько отпахать. Возможно, будет 3 части, да. Так, здесь мы с вами были. Там у нас с вами монстр сзади. Как говорится, пу-пу-пу-пу-пу-пу, блядь. Ой. Ой, это же Майя. А как? Ну возьми. Нас сейчас не выпустят. Они света боятся, что ли? Ну-ка, подожди. Everywhere. With way. Да, они света боятся, ребят. Да, надо забрать определенно. Ритуальный талисман. Ну, я, конечно, охуела не маленько. Так, это мы где вышли?
Ну это мы там же вышли, так надо нам обратно, получается. Вот сюда, да? Вон сюда. Да, блядь, в этом тайме что-то не хватает. Ну, видимо... Видимо, я как-то не так поняла. Ну, ладно. Тогда уходим просто. Уходим и идем по картинке к тому зданию. Не, подождите, там же этот... Блядь, он... А у нас, сука, не пускает. А выйти-то как? Пиздец, что, серьезно? Я охуела. А как выйти тогда? Он реально там прям это... Бдит. Бдун, блядь. Защитный ритуал может быть... А, у нас же есть защитный ритуал! Подождите, не как его называется. Ритуальный талисман. Может быть, конечно, я не права. А может быть, надо кинуть в этого монстра этим грёбаным ритуальным талисманом. Все возможно, понимаете? Вот я... Хз, надо рисковать или нет? Потому что пиздец как страшно, на самом деле. Ой-ой-ой. Пиздец какой-то. Я прям вообще ничего не понимаю, что делать здесь. Просто одно дело, когда ты понимаешь, что ты можешь выйти, а другое дело, ты тебя поджимает то, что у тебя сзади там монстры, ты выйти не можешь из этого помещения вообще никак. Возможно, мы что-то там с вами пробежали вообще лишнее, и что-то мы с вами не взяли, это же вообще... Вышка. Вышка, мышка, наружка. Может быть, какую-нибудь фотографию? Ну, видите, опять недоступно. Похоже, в тотеме что-то не хватает. А чё там мы смотрели с вами видос? Чё там в тотеме-то не хватает в итоге? Ой, ну да. В ритуале не хватает. В ритуале не хватает талисмана, а в тотеме не хватает... Я ебал, как говорится, чё там не хватает. Бля, ребят, вообще ничего не понимаю. Ну тут не так уж много места, извините меня, чтобы что-то было. Поэтому... I don't know. А там монстр. Ну давайте нас тогда сожрет немножко. И мы посмотрим с вами дальше, что там. Блядь, страшно на самом деле, пиздец. Давайте, все, идем на смерть. Все, не сын. Нашли с вами лопату. Лопата нам нужна для того, чтобы подкопнуть. Или разбить их здесь. А, тотем! Подходит. Ебать, красота какая была. Ого! Пиздец, да эта игра не перестает удивлять, я бы сказал. Блять! Блять! Он подошел к двери, что ли? Мы сейчас хер выберемся. Он просто бегает, ребята, блин. Я от этой игры стелса вообще никак не ожидала.
Ну, смотрите, он пробежал. Блядь, он сейчас обратно побежит ведь. Я не ориентируюсь просто в пространстве, от слова вообще ноль. О, мы вышли с вами. Охуеть. Пиздец, у нас там монстр, ребята. Так, наша с вами или сестра, или мать сказали, что нужно зайти за дом и там копнуть. Лопата у нас есть. А, это даже не зайти за дом. Вот. Похоже, это то самое место. Это закопанные вещи маленькой девочки, чтобы ее демон сделал одержимый. Пипец, конечно. Маленький ключик. Будем ли мы пробовать заходить снова сюда? Я вот, честно говоря, не знаю. Наверное, лучше не стоит. А возможно, мы что-то приебем, если сейчас не зайдем. Но мы здесь недавно недалеко сохранились, поэтому давайте снова попробуем. Опять, да, зависнет. Но нам вообще не дает никакого шанса. Он даже выйти нам не дает с вами. Ни Ctrl, ни Ctrl. Ладно, пошлите обратно в дом тогда. Так, ребят, маленький ключик, который мы с вами только что подобрали, это у нас ключик от башки куклы. Но чтобы до него добраться, надо пройти опять через монстра. А я не была к этому готова. Я думала, тут скримаки будут такие, ну, типа а-ля улю. На одно мгновение. Так, прошло сохранение. Это чтобы мы с вами отсюда начали, если нас сожрут. Блядь! Блядь, дверь не открывается. Нахуй, ты чё там? Охуел. Поэтому он на заклятии находится, потому что там монстр. Блядь, жиробас, а как мы должны пройти-то сквозь тебя? А, типа на... Нам там полностью... А это там круговой, получается, проход, что ли? У нас там закрытый, получается, круговой проход. Ой, блядь, интересно, конечно, придумали. Кишки-то повыковыривать, интересно, придумали еще бы. Меня больше переживает, беспокоит то, что мы с вами не сможем открыть... тот сарай, блин. Потому что он тупит. Я уже несколько раз пробовала, и ничего не получается у нас. Вот в чем прикол. Ебать, ее плющит. За своей хозяйкой я начала повторять. Оп, твою мать! Оп, вашу мать! Нахуя я это сделала? Я не могу двигаться, я не могу! Кость. Кость, разноцветная кость. Я... Чё, я все, я закончилась. Зачем мы ритуал-то проделываем? Нам нужно ритуал на изгнание, а не на... А мы делаем ритуал на призвание. Блять, опять долбоёбы, блять, опять. Нет, стоп, я не хотела ее брать. Верни. Это мы что вызвали-то с вами сейчас? Когда у меня глазки загорелись? Счастьем, любовью, заботой. От счастливого брака, блять. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Ну что ж, ребята, пойдемте тогда уж. Наверное, да, пойдемте, пойдемте, не пойдемте. О, блядь, лишь бы за нами этот жиробас не ходил. Честное слово, очень страшно. Блядь, есть же кто-то похуже жиробаса того. Охереть. Но они под защитой находятся, под магическим красным щитом.
Это жопа какая-то! Это жопа какая-то! Мы что, с вами в Doom играем, что ли? Там какой-то проход. Прими, повелитель, кровь этой семьи и приди на землю, чтобы править. Нахуй ты, иди, пожалуйста. Насладились? Жесть. Прикиньте, сейчас их всех освободят. И мы как ёбнемся. А судя по тому, что очень сильно шумит, именно ёбнуться и происходит сейчас. Мы с вами к дьяволу спустились. Вот у нас маршмеллоу уже. А, это, блин, это лампа. Это он над девочкой? Это типа демон тот. Охереть. Охереть. Все, мы забрали, мы выпустили душу нашей сестры, получается. Ну, должно быть именно так. Ого. Охереть. Бля, звуки там, конечно. Звуки там такие, как будто защиту сняли, знаете? А, нет, защита есть. Ну ладно тогда. Ну там, подождите, там какая-то хрень. Давайте тогда дойдем до конца вот здесь. Потому что что-то очень интересное происходит сейчас. А, нам... Нам не дают дойти до конца. Но звуки какие-то определенно страшные. Паровозик, тык-тык-тык. А что, демоны-то у нас остались, извиняюсь. Это вот тот самый хуй. А смотрите, у нас закрыто. А у нас почему закрыт этот дом? Наш с вами. Или он просто под охраной такой? Типа освободили нашу сестру. Не закрывается дверь. А, надо просто кость достать, окей. Я забыла. Все, теперь мы можем выйти. И что сделать с этим сердцем? Подождите, у нас что в инвентаре? Сердце, кость и книга. А, в том чемоданчике, скорее всего, должен был лежать. Должно было лежать сердце. Да, точно. Давайте пойдем. Только там монстр охраняет все это дело. Это будет очень грустно. Если нас сейчас с вами за жопу... Блядь, такой страшный пиздец. Я не помню ту комнату, в которой надо это все делать сделать. Давайте тогда, наверное, я... Уже на самом деле очень сильно устала. Не смогла я пройти за один день всю игру. Да, сейчас мы с вами дойдем до... наших баранов сломанных. А дальше уже я... Может быть, и сдохнем вовсе. Дойдём... Фу, все, да, вышли? Вышли. Все. Здесь у нас вообще что с вами в сундуке есть? У нас есть с вами ключ, кость, сердце и, соответственно, да. И здесь мы вроде ничего не можем сделать. Не можем. Монстр же здесь не бегает, правильно я помню? Давайте сбегаем на второй этаж. На третий этаж. Ой.
поворачивались, такие звуки были, как будто дом весь пошел по пизде. Так. Ну, получается, здесь прям совсем-совсем ничего нет. Ну, прям совсем ничего нет. Ну, хорошо, тогда мы идем вниз. Ну, ребят, соответственно, если у нас сейчас с вами ничего не включится, то придется на этом закончить. Я выпущу эту игру по-любому, потому что я очень долго в нее уже играю. И просто так ее оставить, это, ну, это не гуманно даже по отношению ко мне. Поэтому сейчас мы с вами попытаемся выйти отсюда для начала. Может быть, мы сможем выйти, кто же нас знает. Нельзя уходить, я еще тут не закончил. Отлично. В общем, ребят, попытку совершаем 100-500 миллионов раз. И думаем, что же делать дальше. Ну, кажется, мы с вами словили все-таки баг. Блин, это очень обидно. Прям капец как обидно на самом деле. Ну, бля, ребят, я суп готовлю так-то. Решила попробовать запустить игру от администратора. И вуаля, как говорится, ёпта, сарай этот наш с вами сокровенный открылся. И я зашла, короче, в него. Вы этот момент не увидите, потому что я не думала, что он откроется. Я уже просто планировала удалять нахрен эту игру. А тут, оказывается, у нас с вами вон оно чё. Надо было просто запустить от администратора. В итоге у меня сзади бурлит суп, надеюсь, вы этого не слышите. А спереди я подобрала только что аккумулятор. Ну, аккумулятор мы с вами знаем, куда вставлять. Это прям 100%. Я, конечно, не ожидала, что он будет находиться именно здесь. Ну, то есть там понятно было, что или сердце положить, или что-то такого же формата, что влезет в коробочку в ту. Так... Сейчас, надо немножечко вспомнить. У меня прошло пару часов уже, как я с момента, как я думала, что закончила играть. Фух, ну, знаете что? Хорошо, что она запустилась, хорошо, что мы открылись. И, наверное, давайте тогда попробуем пройти эту игру до конца. Там у нас не особо много ключей осталось до финала, я так предполагаю, до освобождения нашей сестры. Поэтому давайте попробуем, почему бы и нет. И, возможно, если совсем-совсем долгая запись оказалась, то это уже, скорее всего, будет четвертая часть. Потому что я тут проконсультировалась у людей по полтора часа. Две части им было бы очень неприятно смотреть. Поэтому будем разбивать минут по 35, по 40, если у нас с вами это получится, конечно. Ну, то есть, получается, я монтирую целиковый файл полностью вместе, а потом его разбиваю уже на куски, как сосисочки. Итак, дай бог вспомнить, куда идти. Нам надо, чтобы это... Да, все сделать. А еще у меня не привязан микрофон ко столу, потому что я буквально мгновенно залетела, чтобы все это дело записывать. И где у нас этот монстр, я уже, блядь, не помню. Подождите, я охерела немножко. Вот он здесь, да, по-моему, сразу бегать начнет. Все, мы его пробежали. Где-то вот здесь такой блок серебряный лежит. Так, я извиняюсь. Так, стоп, это что-то не то. Во, это та комната, сука, извиняюсь я, что я орнула сильно. Фух, я на самом деле очень рада, что открылся этот... Ого! Че у нас, мы Франкенштейна делаем? Вот, что я? Блин, луком несет, глаза слезятся. Господи, вот тебе жизнь в студии, не покупайте студию, ребят. Жесть. Вот, что говорила? Да ты перебиваешь меня! Я не... Сердце сюда надо, ну... Господи, что-то говорила, забыла. Блять, здесь что ли? Оу, еще какой-то портал открылся, ребятушки. Ритуальный нож. А что мы делаем? Я не понимаю. Я думала, это сердце нашей с вами сестры. Мол, типа, мы ее освободили с вами, а мы в итоге какую-то хуебату делаем.
Блин, прикольно так в текстурках. А нам надо налево, да, получается? Прям за ним? Блять, а у нас видят ребята, блять. Убегаешь, убегай, но меня не забывай, слышишь? А мы что-то выбрали совсем, нахер сделала я это, блинский. Здесь коридор, в котором он сейчас нас с вами за... с другой стороны. Так, подождите, а мы с вами внизу, получается, окно... зеркало открыли. Вот. Интересно. Интересно. Interesting. От кого мы сейчас будем бегать снова? Сейчас Алиса заорет. Скажет, что... нужно закидывать мясо в суп. Вот это я обосрусь. Ну, видимо, надо было налево пойти, да? Ну, блин, мы с вами что-то потеряли зеркало наше. А, смотрите, она все больше и больше становится. Ну вот смотрите, если сейчас монстр появится, мы будем бежать противоположную от него сторону и хотя бы поймем хоть что делать нужно. Потому что, как мы поняли из предыдущего раза, не знаю, частей, спидран — это наше все. Эльза, это ты? Чё, тут снег или что это? Это туман! Ебать, это мир перевернутый, что ли? А что делать? Прям туда? А что, прям можно? А, нет, мы прям... А, мы поверх... О, ну у нас ноги было видно, кстати. Матерь Косья. Очень странно, что я не видела эту игру. Она же великолепная, блядь. Да куда ты букаешь-то? Странный замок с символами. Мне нужно понять, как его открыть. У нас вот есть... Получается, это маленькое колечко, скорее всего. А прикол в том, что у нас нету символов. Вот видите, по единице, если ориентироваться, то хуй там был, как говорится. У нас нет таких символов. А если ориентироваться по большой, там буква F должна быть. А, подождите, там какие-то слова. Буэр. И селико. Бифрон. Ну, мне кажется, это все-таки кто-то. Блин, надеюсь, я сейчас себя не прокляла. Мне кажется, это все-таки кто-то. По имени кто-то, да. Смотрите, у нас здесь. Это разные демоны, типа, что ли? К. У. Ну, в теории, да? С. Или доллар, кому как удобней. Опять К. Ну, пускай будет Н. И Р. Когда ты планировала готовить суп, а не играть? У вас есть какое-нибудь предположение? О, С. Так, допустим, позиция Ку, еще раз Кус, Куск, Кускан,
Кускын. Давайте найдем здесь Кускын и разберемся с этим. Кто-нибудь Кускын собирается как-нибудь здесь? Нет, Кукусын собирается. А Кускын? Ку-ку-ку собирается. А Кускын? Куксын. Откровенно говоря... Не, на самом деле эта загадка такая же из разряда Нэнси Дрю, и тут помотать на самом деле не особо сложно, просто это надолго, скорее всего. Поэтому лучше нам все-таки подумать. У нас здесь стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6 челиков. С каждым челиком связан... Я все поняла. Тут есть наименование, смотрите. Змея. Ищем челика со змеей. Вот, челик со змеей. У челика со змеей параметры Е сверху, Р снизу. У челика со змеей параметры Е сверху. А тут такого-то и нету. Р снизу? Ну, типа так. А, ну так и написано, так, собственно. Ну ладно, давайте посмотрим вот ключника. Просто должен же быть какой-то вариант. Это ключник? Вроде... Это ключник? Нет, это не ключник. Там ключик справа и ключик слева. Просто давайте попытаемся, я не знаю. Загадки, блядь, конечно. А, возможно, типа S должно быть сверху. Смотрите, здесь у нас с вами вообще 4 буквы. А, стоп. А у нас разве не снизу? Скорее всего, какие-то пометки нужно было делать. Я правильно все делаю, просто... Я теперь этой игре вообще на самом деле не доверяю. У. Потому что она мне геморила и выгеморивала. Вот, У у нас здесь... У нас У есть в нескольких разных видах. А, у нас... Вот это. Чё, блядь? Блять, ничего не поняла, что-то крутило и что-то выпало. Выпало что-то непонятное, наверное, твой мозг. У меня его нет, да. Блять, чё, как в итоге-то? Нет, нет, я не понимаю. А, ну К, только она какая-то другая. Что-то какая-то херня. Короче, ребят, все, что мы с вами сделали, было говной. Так, мы с вами... А, вот... Фигура в виде пирамиды. А куда мне эту фигуру в виде пирамиды-то? Я же не знаю. Пирамида? Я видел дверь в подвале дома своих родителей с изображением такой же пирамиды. А как же ты туда вернешься ты? Молодой человек. У вас большие амбиции. А там же также большой жирный монстр. Такой же, как ваши амбиции. А еще у меня, еще раз повторюсь, микрофон не зацеплен. Я только что его чуть не уронила нахрен. Оу, оу, быстро прям, ой. Я немножко... Немножко резко в не ту степь. Так. Идем. Так, у нас монстр здесь уже начинается? Или нет еще пока? Блять. Урод, а? Ты спустишься к нам? Какие сиськи, фу. Да уходи. А он в какую сторону-то убежал? А мы прям за ним идем, пиздец. Давай, ты же по кругу бегаешь, блядь, за нами побежал. Прикиньте, да?
Ой, блин. Вот его видно, по стене передвигается. Вот если бы в Home Sweet Home было бы все так просто. Вот, он прошел. Все, убежал дальше, попиздовал по своим жердяйским делам монстрючим. А мы с вами бежим по своим делам. Человече пугательным. Все, мы вышли. Так, а нам надо вниз спуститься было. Слишком быстро двигаюсь, немножко фризи. Давайте мы с вами немножечко нашу скорость уменьшим. Так, у нас там даже дверь открыта. Нас выпускают из дома, ура! А чё мы с сестрой-то, все? Главное, чтобы самим выбраться теперь. Нахер на сестру болт можно положить и уезжать. На, вот такая она, братско-сестринская любовь, конечно. Да нет, ладно. Кто бы знал, как вы бы поступили, если бы на вас демон бы охотился, блядь. Так, нам наш герой сказал, что где-то было в форме пирамиды. Внизу, что ли? Какая-то, он сказал, какая-то дверь. Он не говорил, что это именно низ. Он говорил, что это какая-то дверь, а я не помню. Я не помню здесь дверей никаких такого плана. Давайте тогда сходим, получается, там, где отец наш жевал нашего соседа. Или он видел... Что-то я не пойму. Минутку. Но я не думаю, что они такую огромную локацию сделали чисто для одного раза. Скорее всего, здесь все-таки что-то есть. Ой, так. И у нас, по-моему, какой-то еще замок оставался неоткрытым. Но там не было точно пирамиды. А, вот эта пирамидка как раз, точно, 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 точно. Бля, что мы сейчас сделаем? О, ебать. Хотела пошутить про железного человека, но ебать. Охренеть, еще и свечи горят. Так издевательски на самом деле. Свечи горят, трупы разлагаются, а свечи при этом не тухнут. Представляете? То есть свечи, мол, вечные, а человеки, люди, не вечные. Типа, идите вы нахер. Ну, нам, по всей видимости, только туда и надо. Ну, мы, наверное, сейчас вместе с нашей сестрой будем убивать людей. Есть детей. Потому что я не понимаю, зачем нам надо... Нам надо, как что-то непонятное происходит, нашему главному герою сразу надо съёбывать. Господи. Что это? Это Олимп для поклонения. Чему это? Кисты в желудке? В яичниках? Что машувать? Да, именно машувать. Что это такое? А, это сестра, господи, ну. Да мы должны сюда лечь, чтобы нашу сестру освободили. Лили! Лили! Передумай! Брось каку. Вот это у нее ноги. Слева нормальная нога, справа ее как будто лист распидорасила. Ну, видимо, нам нужно лечь сюда. Нужно лечь сюда и... книгу проткнуть. Точно, 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 точно. Для человека слишком маленький постамент. Ебашим. Ого. Все, мы книгу проклятий разъебашили. Наша сестра должна быть живой. Однако это не убирает того, что наш отец стал есть людей, а наша мать типа умерла. Ну что, как бы... Стоило ли это все ради сестры одну делать? А, ну да, он же хату освобождает, чтобы продать. Тогда стоило. А, разумеется, стоило. А, она слишком медленно открывается, мне страшно.
что, мы в счастливую богатую жизнь переместились или что? Что происходит? Спустя 6 месяцев. То есть мы, что, у нас там утро наступило? Почему ничего не показывают? О, день. О, 2 тарелки с фрикадельками. То есть он с парой живет со своей, получается? Или с сестрой? Что-то слишком все радужно, ребят, даже не надейтесь. Лили, спускайся, завтра готов. Пиздец, Лили, блядь. Че, серьезно? Не, подождите, Лили, спускайся. Девочка была наверху, а монстр вышел снизу. Нас не наебешь, ребята. Ну, типа, конец. Типа, вот такой вот конец. И что-то как-то я из него выйти не могу, а вот. Ну, по-видимому, мы освободили нашу сестру. Она вселилась в свое детское тело, я не знаю, и мы прекрасно с ней ели фрикадельки, но выбрался кто-то из этого мира, из того мира астрального, и, видимо, нас сейчас сожрет. Ну, короче, конец вроде бы и хороший, а с другой стороны, без винчестеров тут как бы и не обойтись. Поэтому, ребят, всем большое спасибо, кто досмотрел меня до конца, это была очень интересная игра, для меня она была очень интересной, потому что я ее ни разу не видела, да, надеюсь, для вас тоже она была не менее захватывающий. В общем, всем большое спасибо, кто досмотрел меня до конца. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем еще раз большое спасибо и всем пока-пока. Увидимся скоро, буквально через несколько дней, в новой игре.